Иркутск – столица Байкальского края. Польский костел – Успение Девы Марии. Спасская церковь. Богоявленский собор – одно из старейших каменных строений Иркутска. В 2011 году к 350-летию города установлен памятник его основателю, первопроходцу Якову Пахабову. Величественная Ангара. Скульптура святым благоверным Петру и Февронии, установленная у Спасской церкви к 350-летию города, пользуется популярностью у голубей, а у людей натертый до блеска зайчик. К 130-летию рождения Александра Колчака открыт этот памятник у стен Знаменского женского монастыря. Здесь нашел свое упокоение русский Колумб Григорий Шелихов. Дом-музей Сергея Григорьевича Волконского. Потомственный князь из рода Рюриковичей. Блестящий генерал и герой войны 1812 года. И одновременно декабрист, один из руководителей Южного тайного общества. Помилованный от казни, попал в Сибирь в 1826 году. После 10 лет каторги на поселении в поселке Урик возвел этот особняк. А к 1847 году он перевезен и установлен на этом месте в Иркутске. Возрастные портреты князей Трубецкого и Волконского. Неподалеку в сквере Волконского памятник 12 героиням, женам, разделившим участь декабристов. В Иркутске успешно сохранены и вписаны в городской архитектурный облик уникальные образцы деревянного зодчества. Один из старейших в России краеведческий музей, основанный в 1782 году. Его фонды объединяют более 450 тысяч экспонатов природы и общества Восточной Сибири. По завершению строительства Транссибирской железной дороги в 1908 году на набережной Энгары появился памятник императору Александру III. Остров «Юность» на Ангаре – желанное место досуга иркутян. В 1690 году символом Иркутска стал бабр, в переводе «тигр», держащий в пасти соболя. Позже, из-за нелепого невежества питерских чиновников, появился и теперь увековечен облик некоего бобра-тигра. О! Иркутская слобода или 130-й квартал – уникальная зона исторической деревянной застройки. Это популярнейшее место и у туристов, и у местных жителей. Такой а-ля иркутский Арбат.
легендарный ледокол «Ангара» тоже часть краеведческого музея. И теперь наш путь в Листвянку. Название, естественно, от лиственниц. Небольшой поселок по правую сторону от истока Ангары, отсчитывающий свою летопись от 1725 года. Визитная карточка и порта, и поселка, гостиница «Маяк». Крестовая Пать, уютная и живописное местечко нашего листвянского базирования. Байкальский музей Иркутского научного центра. Здесь знают о Байкале все. Ну уж точно больше, чем кто-либо. Тот самый ледокол «Ангара». Исторические этапы освоения самого глубокого озера. 1642 метра. Прямо-таки научные сотрудники, изучающие всякую мелкоту. Ну и гвоздь музейной программы – аквариумный комплекс. Царь-рыба, байкальский осетр, омуль, ленок, хариус, голомянка, сик, таймей. А лещей завезли с Волги в 70-е годы. И сюрприз. Эндемики. Байкальские нерпы. Реликты третичного периода. Их вес может достигать 130 килограммов. И живут они до 55 лет. Ныряют на глубины до 200-300 метров, находясь под водой до 70 минут. А общительная Нюша, ну, всех очаровала. К истоку величественной Ангары, чей исток всем истоком исток. Другого такого нет. Его ширина 1100 метров, а расход воды 1855 кубических метров в секунду. Слева мыс Устьянский, справа Рогатка, а посередине Шаман Камень, вершина подводной скалы. Шаман Камни сложено немало интересных легенд. По верованиям жителей Приангарья, он обладает сверхъестественной силой и был местом обитания хозяина Ангары Амасаган Найона.
текущие истока Ангары, удобно созерцать с камня Черского. Как жаль, но смог сибирских пожаров, стелящийся над Байкалом, существенно подпортил живописность пейзажей. Повсюду обрядовые ленточки в качестве прошений и подношений духам. Встречи с бурундучками были частыми. Ознакомимся с некоторыми достопримечательностями Листвянки. Река Крестовка. Сегодня мы побываем в Бурятии, по Тункинской долине к предгорьям Саян. Но вначале вращаем молитвенные барабаны Хурде для очищения кармы и духовного обогащения. С этими же целями обход священной буддистской ступы. Это делается кратное трем количество раз. А наиболее ревностные и ламы проделывают это по 108 раз. А теперь самое время побурханить, задобрить местных духов подношениями. Используются при этом белые продукты, чаще молоко, но и алкоголь тоже. Ответственный исполнитель обязательно мужчина. Закрепим наши духовные старания рядом с буддистским храмом Дацаном Бодхидхарма поселка Аршан. Насытимся энергией под сводами могущественных сибирских кедровых сосен. Река Кенгарга, в переводе «барабан». Здешние питьевые минеральные источники используются аж с 1894 года при лечении желудочных, сердечных, глазных и других заболеваний.
это как раз глазной источник. В переводе с бурятского аршан – целебный или священный источник. Вверх по мраморному каньону восточного Саяна. На реке Кынгарга раскинулся каскад из 12 водопадов. Мы имели возможность посетить наиболее доступный первый из них и одновременно труднопроходимый из-за обилия посетителей. Курортный поселок Вышка известен термальными источниками «Жемчуг», которые уникальны по своему составу и используются как ванны для лечения дюжины различных заболеваний. Кто-то окунаться в ванны, а кто-то любоваться видами на реку Иркут, приток Ангары. Ее протяженность около 500 километров. В верховьях имеет исключительно горный характер, но здесь предстает как истинно равнинная река, витиевато меандрирующая по Тункинской долине. В 20 километрах от истока Ангары на 67 гектарах правобережья раскинулось уникальное собрание памятников истории и архитектуры 17-20 веков. Тальцы – музей деревянного зодчества. Здесь ретроспективно воссозданы строения и быт четырех историко-культурных зон – русская старожильческая, бурятская, ивинкийская и тафаларская. Илимский острог. Некоторые образцы стекольного производства. Ну а как без бабки-ёшки?
каскад водяных мельниц. И снова бурундучок. А смог от якутских пожаров не ослабевает, и можно созерцать солнце, не щурясь в ясную погоду. Наш путь к КБЖД, Кругобайкальской железной дороге. Из-за смогово-туманной пелены живописные пейзажи погрузились в акварельную прозрачность. На рубеже 20 века здесь возведением КБЖД завершался сверхамбициозный проект Транссибирской магистрали, имеющий колоссальное значение для России. И, как это обычно бывало, за ценой не постояли. Проект обошелся казне в астрономические 65 миллионов рублей. КБЖД не зря величают золотой пряжкой стального пояса Сибири. Шутка ли? На весьма коротком участке возведено 40 тоннелей, более 400 мостов и множество других инженерных сооружений. Самый длинный из тоннелей – 778 метров, и это сквозь гранитную скалу. А мы по шпалам, дабы воочию почувствовать масштабность и грандиозность этого объекта. И после полного ввода в эксплуатацию в 1915 году хлопот на этом участке не убавлялось. Здесь систематически случались обвалы и оползни, приводившие в том числе и к крушению поездов. По официальной статистике, с 1932 по 1947 годы произошло более 720 значимых обвалов. Поэтому уже к 1949 году хлопотный участок обошли, соединив Иркутск напрямую с Култуком через Нагорье. А к 1956 году из-за строительства Иркутской ГЭС и затопления примыкающего к Ангаре полотна станция Байкал стала тупиковой. Не удержаться от соблазна окунуться в священный Байкал. В интересах оставшихся местных жителей в этот тупичок челночно курсирует пригородный поезд, ласково именуемый «Матаня». Матросская фотосессия. ЖД-станция «Байкал». Когда-то 72-й километр КБЖД на пути из Иркутска к станции Мысовая. Теперь это нулевой километр тупиковой
ветки. Прощальный променад по Листвянской набережной. Пролив Ольхонские ворота, и вот он, Ольхон, жемчужина Байкала, столица Ольхона Хужир. И сразу же к скале Шаманка, что на мысе Бурхан, это на окраине Хужира. Завораживающая картина. Уникальный ландшафтный объект и памятник природы. Это ключевой образ, визитка озера Байкал. Двухвершинная скала сложена кристаллическим известняком и мрамором, а покрыта яркими красными лишайниками. Максимальная относительная высота 42 метра. Название мыса Бурхан появилось после проникновения сюда тибетского буддизма. Также стали величать главное божество, хозяина Байкала. А пещера Шаманки считается его обиталищем. Шаман-скала относится к одной из 9 мировых буддийских и одновременно шаманских святынь.
13 столбов Серге. Серге связывает три мира – нынешний, верхний и подземный, олицетворяя некое мировое дерево. Восходом опять сюда же любоваться зеркальностью утренних пейзажей. При восходах и закатах на святом месте всегда группы медитирующих. У бурятов есть легенда о 13 наионах, сынах высших богов, спустившихся на землю в помощь людям. Каждый из них покровительствовал определенной сфере бытия. Красота, талант, богатство, мудрость. Отсюда и 13 столбов Серге. Повязываются на них бурятские платки хадак, символизирующую просьбу к духам. Утренние водные процедуры. Насладившись утренним великолепием, спешим на завтрак с прекрасным панорамным видом Байкала. Обследуем некоторые достопримечательности Южного Ольхона. Смотровая площадка «Полевой стан» с изумительным обзором поселка Хужир и окрестностей. Озеро Ханхой, на мыс Елгай, к саду камней. Из земли выпирают каменистые гребни выступов, и повсюду незамысловатые каменные мини-постройки. Это место поклонения духом. Атмосфера впечатляющая и таинственная.
здесь жили люди с эпохи неолита. Озеро Ханхой или Ялга, тихая заводь, отделено от Байкала живописной песчаной косой. Оно хорошо прогревается и, конечно же, манит желающих искупаться. Вополи березка стояла, о ней сложено тоже немало легенд. И, постояв обнявшись, обязательно почувствуешь прилив сил и энергии. Пред нами величественная скала Ангел, гордо возвышающаяся над бухтой Халзан. Живописный Трезубец и другие скальные останцы, примыкающие к заливу Хул и проливу Малое море.
прямо посреди этого чудесного ландшафта отобедаем с Машной ушицей. А сегодня на север, по проливу Малое море, к озеру Зама. Утро, штиль, зеркальная гладь. Уха от капитана уже готовится. Дальше пешочком по мысу Арал. Повсюду скальные обнажения розового мрамора. Тот самый Эдельвейс. С этой высотки прекрасный обзор окрестностей мыса Арал и озера Зама, отделенного от Байкала узкой косой. Байкальские мустанги.
теперь к долине реки Зундук. И уже, пожалуй, стоит подкрепиться. Просто картинные пейзажи. Форсирование реки Зундук. В обратный путь. Да, где же ты, утренняя зеркальная гладь? Очередной рассвет над Сарайским пляжем встречаем прямо на сап-досках. Поприветствую медитирующих.
Отсюда, из порта Хужир, еще одна водная прогулка. С ветерком к острову Огонь. Это самый крупный из островов Малого моря. 3 километра. В 2005 году здесь возвели буддийскую ступу Великого Просветления. Она олицетворяет единение сил природы. Основание – земля, 3 ступени – вода, а купол – огонь. Внутри находится множество буддийских реликвий, и поэтому она дарит прилив сил и разрушает всякий негатив. Сурхай-Тарнур – еще одно озеро-спутник, отделенное от Байкала галечной косой. Окунаемся в изысканность чудных пейзажей. В местной харчевне полакомимся омулем, бузами
и прочими бурятскими яствами. Продолжаем знакомиться с окрестностями. Ижелхей, или Еленка, или Баклань. Возвращаемся прямо к пляжу Бурхана, где вполне многолюдно, как на южном курорте. Помимо прочего, к столбам Сергэ выкладывают и сладость, которые распробовали и с удовольствием поглощают. Да-да, коровы. Хужир от Байкала отделяют роскошные песчаные дюны, поросшие сосново-лиственничным лесом. Привет! Шикарный 2-километровый сарайский пляж. Остров Крокодил, мыс и поселок Харанцы. Thank you.
мы прощаемся с Хужиром, Бурханом, шаманкой. Мы прощаемся с Ольхоном. Южный залив Байкала – Култук с одноименным поселком. А наш путь туда, к Хамардабану, кедровому хребту, к трем лесным озерам в долине реки Снежная. Здесь растут могучие реликтовые тополя. Озеро изумрудное, с действительно изумрудной водой. Его глубина 47 метров. Водную гладь рассекают величественные лебеди, а на берегу красуется часовня Соломона. Чудные пейзажи. У подножия горы Шапка-Мономаха озеро Сказка. В силу своей мелководности хорошо прогревается и весьма популярна для купания. Thank you.
сказки сказочный ландшафт и требует подобающих персонажей. Вот такие реликтовые тополя. Прощай, лесная озерная сказка. Ниже, по течению реки Снежной, разбросана россыпь табачных озер, добраться до которых возможно лишь пешком и по заболоченной местности. А вот небольшое озеро Щучье вполне доступно и радует всех своей живописностью. Еще один фрагмент КБЖД и Транссиба. Слюдянка. ЖД-вокзал, построенный в 1905 году полностью из розового мрамора. Здесь же посещаем частный минераловедческий музей. Весьма обширная коллекция. И интересно, и познавательно. Байкальское путешествие завершается. Мы прощаемся с грустью и надеждой на новую встречу
теперь, возможно, с зимним Байкалом.